Друзья, всем привет! Сегодня смотрим на клавиатуру, которая называется Logitech MX Case. Соответственно, из особенностей, значит, вроде бы как бы это мембранная клавиатура, да? Но здесь вот есть Ultra Fluid Types, Waiters, ну и так далее. Быстрый и плавный ввод текста. Значит, русский официально, значит, цвет вот такой, он только один здесь, называется MXK, The Master Series of Logitech. Причем она беспроводная, может быть, вроде как бы и беспроводной, и проводной. Значит, вот технология, безупречная работа каждой клавиши, клавиши со сферическими углублениями, в которые удобно ложатся кончики пальцев. Обеспечивают плавный, очень точный ввод текста, удобство и надежность. Устойчивая и прочная клавиатура позволяет вводить текст с высокой точностью и небывалым комфортом. Интеллектуальная подсветка. Подсветка клавиш включается при приближении рук к клавиатуре, а яркость автоматически регулируется в зависимости от условий освещения. Вот это, конечно, круто. Вот текста на нескольких устройствах режим Flow. Вот можно переключаться между устройствами, вводите текст на разные устройства с одной клавиатуры, не прерывая работы. Клавиатура MX Case переключается с одного компьютера на другой вслед за перемещением курсора. Ну что ж, друзья, давайте распакуем. Здесь у нас сбоку, значит, вот такие наклеечки. Сейчас их вот так вот подденем. И, как всегда, кстати, вот эта классическая компоновка, когда внутри как бы упаковки, еще одна упаковка. У меня на механической клавиатуре было ровно то же самое. Вот, соответственно... Так, достаем. Друзья, ну выглядит уже неплохо. Смотрите, здесь инструкция. Можно подключаться либо через Bluetooth, либо через... Ну, здесь нету информации о том, что через провод... А, вот, можно через провод, я так понимаю, можно через Bluetooth. Ну, короче, непонятно пока. А, так, вы еще не видите. Пока непонятно, сейчас будем разбираться. Ну что ж, достаем. Вот сама клавиатура, она весьма тяжелая. Здесь у нас Bluetooth адаптер. Клавиатура стоит в районе 10 тысяч, друзья. 10. Причем первый раз вижу вот такую вот упаковку. Смотрите, как будто что-то запихнули. Вот, Master MX Master 3. Котейка не выдержала вот этого шороха. Бумаги, сейчас мы ее отдадим. Все, мы... отвлекли котейку на бумагу. Вот так выглядит клавиатура. Итак, друзья, давайте теперь смотреть на внешность клавиатуры, и она просто прекрасна во всем. И красивый, значит, дизайн, и приятно трогать. Кстати, вот эта подложка, я так понимаю, пластика, а сверху вот здесь вот, значит, скорее всего, металл, ну, не знаю, возможно, это алюминий какой, я точно не знаю. Приятный пластик у кнопочек. И, кстати, друзья, вот в комментарии я, значит, читал, что, значит, непонятный ватный отклик. На самом деле ватный отклик бывает на дешевых мембранных клавиатурах. Так вот, друзья, здесь хороший отклик, вот как на дорогих Apple-овских ноутбуках, причем старых, да, нигде совсем чуть-чуть нажимается, где есть ход у клавиши, и, друзья, вам честно скажу, мне нравится. Вот, то есть приятно нажимать, приятно трогать, и есть абсолютно точный сигнал, когда клавиша нажата, а когда вот вы ее просто так не нажмете, она будет сопротивляться вот так. Надо вот прямо оп, усилие, и небольшое, совсем-совсем небольшое усилие, она начинает, ну как бы, ну, срабатывает. Соответственно, с обратной стороны вот так она выглядит. Вот, ничего тут особенного. Единственное, что, наверное, вам тут плохо видно. Ну, сзади пластик. Опять же, аккумулятор, я так понимаю, находится вот здесь. Ну, выглядит очень, ну, очень неплохо. То есть,
Logitech никогда не берет деньги. Вот то, что она очень дорогая, это сразу видно, пробел. Нажимается отсюда приятно, здесь, то есть с кончика нажимается абсолютно полностью пробел, очень приятно. Shift абсолютно точно так же, несмотря на то, что длинная. Здесь Enter то же самое, Backspace. Значит, друзья, один обзорщик, значит, ругался на то, что вот прямо вот эта полосочка, она прямо рядом, да, никакого нету размещения, что чуть-чуть бы повыше разместили, да, это было возможно и хорошо, но это размещение ноутбучное, друзья, вообще вот такое ощущение, как будто это прямо у очень дорогой клавиатуры очень дорогого ноутбука прямо, поэтому очень приятно нажимать. Еще раз, друзья, никто не нажимал. Вот давайте я еще раз, чтобы понимать, это технология, по-моему, вот эту вот технологию, бабочка, butterfly, ее, насколько я помню, первую ввели именно компания Apple. Вот такую вот. Вот. И, друзья, здесь она отрабатывает на все 100. И здесь она работает замечательно. А, кстати, друзья, в комплекте у нас есть провод, и меня вот ни один обзорщик не сказал. А здесь, друзья, нет провода в комплекте. А, или не, или здесь провод, наверное, здесь. Да, скорее всего, фух. Я уже испил. Фух, да, вот он. Я уже, честно скажу, чуть-чуть запереживал. Если это. О, и провод USB Type-C, друзья, все хорошо. И, друзья, по этому проводу вы можете подсоединяться, и сейчас мы первым делом подсоединимся по USB Type-C, значит, к ПК, и меня интересует, ну, конечно, вы знаете, по wireless, вот это вот беспроводная, оно медленнее работает, клавиатура, причем вот здесь вот находится, смотрите, у нас, значит, подсоединение, раз, вот, и здесь включить и выключить. О, смотрите, она сразу же уже включилась, и он сразу же вот так выключить. Причем интересно, это, наверное, wireless включается, потому что если мы вот так просто подсоединим, она будет работать. Причем, смотрите, провод, цвет клавиатуры. И, честно скажу вам, единственный минус, это провод не длинный, он на 1 метр. Вот, ну, примерно, опять же, или на 1,5, черт ее знает, друзья. По-моему, сейчас я поверю. Да, где-то на 1,5 метра, друзья. На 1,5 метра где-то, ну, это не точно, опять же. И меня интересовал вопрос вообще, значит, будет ли он работать, клавиатура, вот так вот, если я ее подсоединю, сейчас это проверим. Друзья, ну еще раз, прям, чтобы перед камерой, чтобы прямо вам видно было, давайте. Мне нравится, приятно. Приятное ощущение. Везде есть щелчок такой. Щелк-щелк-щелк. Всегда понятно, когда клавиша нажата, когда преодолена вот эта вот бабочка. И никаких вопросов нет к клавиатуре. Я просто один комментарий прочитал, что мне нравится нажатие. Друзья, здесь мне лично нравится. Несмотря на то, что она вот такая вот тоненькая. Нажатия очень даже богатые, прям сообщающие, нормальные, информативные. Все, никаких проблем ни по пробелу, ни по какому нет. А, кстати, друзья, я даже, честно вам скажу, печатаю, я сейчас не замечал вот эти вот ямочки, честно. Но они есть, и они делаются для того, чтобы вам, у вас была еще информация о том, попали ли вы в центр клавиши подсознательно, интуитивно, либо куда. Ну и чтобы легче попадать по центру клавиши. Выглядит очень-очень круто. Поехали подсоединять. Итак, друзья, из минусов можно еще сказать, действительно, вот сейчас, когда мигает, значит, подсветка, видно, что действительно подсвечивается не только, особенно сбоку, да, но и вот нижние вот эти части под, значит, клавишные, да. Ну, возможно, это есть у всех, но это заметно, это видно, видите, и кому-то, возможно, это будет не нравиться. Если, опять же, вот я, если переместить вот так камеру, посмотреть сверху, то здесь уже менее видно, да, и только вот если сбоку можно увидеть вот эти вот, значит, мигания. Это вот тоже к минусам можно отнести, хотя, опять же, если сверху смотрим, видите, ничего не видно. Вот так вот. Друзья, ну и, конечно же, вывод. Ну, а вывод это
целом положительное впечатление о вот этой вот клавиатуре. Она, конечно же, 100% беспроводная. Она, конечно же, не без изъянов. Ну, как вы видели, да, я перечислил. Конечно же, у меня, кстати, Windows 11 стал немного глючить. Вот, я перезагрузил, сейчас вроде нормально, уже все работает. И теперь, друзья, после всех обновлений клавиатуры меня все-таки устраивает ее быстрота, вот этого вот эффекта, что прямо ощутимо медленно работает Bluetooth, такого нету, то есть все намного лучше уже. Вот. Ну и плюс, действительно, клавиатура не занимает слишком много места на столе, она достаточно тонкая и, значит, достаточно быстрая, то есть нету провода, который вы здесь видите, мешался. Это тоже плюс, естественно. Качество материалов на высшем уровне, качество нажатия отличное. Значит, ну, если вообще есть такая, вообще это логично, качество нажатия. Ну, короче, хорошее качество нажатия, качество кнопочек пластика, кнопочек тоже хорошее. Значит, ну и в целом на уровне Logitech. Вот, единственное, что вот видите. Хотя уже сейчас меньше прогинается. Вот, друзья, может, это у меня просто стол неровный, потому что здесь уже почти не прогибается. Да, скорее всего, это был виноват мой стол, а я вот на клавиатуру погрешил. Значит, что еще можно сказать? В целом все устраивает, все нормально. Единственный минус, что по проводу не работает. Да? То есть, есть вроде провод, вроде бы возьми да сделай, чтобы клавиатура работала по проводу, чтобы она работала быстрее по проводу, да, но они так решили не делать. То есть wireless, сказали они, значит wireless. Ну что ж, понятно. Ну и причем, знаете, особенность это то, что, значит, здесь вот батарейки, да, они проработают там несколько лет, вот она, вот эта клавиатура. То есть Logitech умеет делать, здесь у нас встроенные аккумуляторы, здесь у нас нет съемных батареек, встроенные аккумуляторы. Я уверен, что она будет с ними работать просто феноменально долго. Друзья, вот что-то, вот как-то так, я не знаю еще, что добавить, вот такие выводы, вот такие впечатления. А в целом, хорошее впечатление оставила клавиатура, даже действительно такой вау-эффект, что что-то такое особенное, да, что ты держишь что-то особенное, прикасаешься, и что у тебя оставляет впечатление положительное, и нет ощущения, что ты профукал 10 тысяч и за что-то отдал. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такие замечания. Не знаю еще, что сказать. Надеюсь, вам было полезно. Решайте сами, думайте сами. Как всегда, это не реклама, естественно, потому что только wireless работает, только в беспроводном режиме. Так что, вот, собственно, и все. Всем пока. До свидания.